За последние 25 лет, после развала СССР, обретения независимости и вхождения в единое пространство ЕС, население Литвы, Латвии и Эстонии значительно уменьшилось. В 1991 году в Эстонии проживало 1,5 миллиона жителей, в 2016 уже 1,3 миллиона. За четверть века страна потеряла 250 тысяч человек или 15% населения. В Латвии было 2,6 миллиона человек, сейчас 1,9 миллиона. Демографический минус 700 тысяч латвийцев, то есть 26%. Литва в 1991 – 3,7 миллиона жителей, в 2016 – 2,8 миллиона. Итого страна уменьшилась на 850 тысяч человек. Или на 23%. Чтобы понимать, в чем проблема демографического кризиса стран Балтии, надо знать два показателя. Какова естественная прибыль или убыль населения, то есть соотношение родившихся и умерших, а также уровень миграции, сколько людей из страны уехало, а сколько приехало. Эти показатели для Литвы, Латвии и Эстонии отрицательные, то есть умирает больше, чем рождается, а количество уехавших намного больше, чем приехавших. Статистика за 25 лет следующая. Эстония. Естественная убыль населения 90 тысяч человек. А вот физическое соотношение уехавших-приехавших минус 155 тысяч. В Латвии естественная убыль 270 тысяч, а из-за эмиграции страна потеряла еще примерно 430 тысяч человек. Литва за четверть века сократилась на 183 тысячи по естественным причинам и еще 670 тысяч человек – результат миграции. Таким образом, главная проблема демографического кризиса стран Балтии – массовый отъезд населения в другие страны. Куда едут? Больше половины иммигрантов из Латвии и Литвы перебираются на Британские острова. Также популярны скандинавские страны и Евросоюз. Незначительное число эмигрируют в США, Канаду и Россию. Эстонцы главным образом перебираются в Финляндию. Но много их также и в странах ЕС. Самый большой вопрос – кто уезжает? Мужчин и женщин поровну. По возрасту примерно половина – молодежь, от 18 до 30. В целом более 70% из уехавших – это люди от 14 до 49 лет, то есть самая активная часть населения стран Балтии. Таким образом, Балтийский регион за 25 лет с одной стороны ощутимо опустел, с другой – явно постарел. Какая тенденция сегодня? По данным соцопросов, треть опрошенных в Литве и Латвии готовы или планируют перебраться на Запад. Кто навсегда, кто временно. Реально в 2016-м из Латвии выехало на 8 тысяч человек больше, чем приехало. Из Литвы на 30 тысяч. Иными словами, по маршруту «Чемодан-вокзал Европа» ежедневно отправляется в один конец сотня литовцев и латышей. По темпам убыли населения Литва и Латвия в числе европейских лидеров. Переломить печальную тенденцию сегодня удалось только Эстонии. В стране идет медленный демографический рост за счет положительной миграции. За последние два года Эстонию покинуло 19 тысяч человек, но вернулось обратно или приехало сюда жить 24 тысячи. И воспринимается этот факт как надежда на будущее.